Привет всем, меня зовут Иван, я из города Братска, Иркутская область. Я являюсь участником гитарного марафона под предводительством Николая Соколова. Что хочется сказать про гитарный марафон? Это такая классная и универсальная штука, которая поможет прокачаться в гитарном деле не только новичку, который вот только-только взял в руки гитару, но еще и уже бывалым гитаристам, таким как я. Вот я играю больше 10 лет, у меня был определенный потолок. Потолок, то есть которого я достиг. И благодаря гитарному марафону я начал этот потолок двигать выше. То есть я чувствую энергию, чувствую вот этот прилив сил, который появился благодаря этому марафону. Сложные задания, то есть разные категории, С, Б, А, естественно, хочется сделать на самую высшую, но не всегда получается. И именно это мотивирует тебя на то, чтобы ты занимался. И вот именно благодаря гитарному марафону я за последние там 5 или 6 лет сел и играл 6 или 7 часов подряд, то есть не выпуская гитару из рук. И это, кстати, дало свои плоды. Гитарный марафон. Что я могу сказать? Это кошмарный ужас. После двух суток на работе приходишь домой, вместо того, чтобы пойти поесть, лечь спать, идешь, берешь гитару, садишься и начинаешь играть. Играть, играть, играть. Потому что надо сдать задание. И несмотря на то, что это кошмар, это классно. Это очень здорово дисциплинирует, очень хороший стимул. До начала гитарного марафона я достаточно серьезно собирался начать заняться гитарой, прям хотел плотно начать брать уроки, наверное, в течение 3 месяцев. В принципе, в группе, в которой я сейчас играю, немножко из гитаристов я и так лучше всех играю, но тем не менее вот внутри постоянно было ощущение, что да, классно, что я лучше их играю, но на самом деле я плохо играю. А сил заняться систематически гитарой как-то не было, не получалось. То одно отвлекает, то другое отвлекает. Вот месяц назад, придя после суток работы, я бы вряд ли бы взял гитару и начал играть. Сегодня я после 2 суток работы пришел, взял гитару и начал играть. Вот во время игры я чувствовал себя, мои ощущения от инструмента, от того, как я играю, что я играю, они уже были другие. То есть это сложно. Привет, я участник гитарного марафона, меня зовут Максим. Какие плюсы для меня? Это первое и самое главное, что я начал заниматься каждый день по 2-3 часа, чего раньше не было. Второе, это чат общий с единомышленниками и другими участниками марафона, где обсуждается все, совет, вопрос и т.д. и т.п. И третье, это то, что после каждого сданного задания Николай дает совет об игре, об задании, то есть что не так, что нужно улучшить и над чем работать. И четвертое, это то, что, собственно, марафон, пальцы и руки мои начали шикарно качаться в плане техники, скорости, чистоты, звукоизвлечения, ну и так дальше и тому подобное. Так что, если есть какие-то сомнения, не стесняйтесь, записывайте и проходите данный марафон. И еще один плюсик, который забыл сказать, это то, что дается 3 бесплатных задания. То есть можно попробовать свои силы и решить, стоит дальше или не стоит идти. Что я скажу по поводу марафона? Интересный формат. Интересный формат прежде всего за счет того, что есть возможность общения между учениками Николая, так сказать. Потому что когда занимаешься индивидуально с преподавателем, тем более когда ты занимаешься индивидуально с преподавателем через онлайн, через там Skype или другие системы связи, да, то ты не совсем объективен к своему росту, к своей
к своему прогрессу в занятиях, ты не понимаешь, насколько ты стал играть лучше, насколько ты стал, вообще стал ли ты что-то, у тебя изменилось или все на том же месте. Здесь в гитарном марафоне такая возможность есть. То есть все, кто в гитарном марафоне участвует, много их, немного, они все имеют возможность общаться в отдельном чате. А во-вторых, очень интересен сам формат, когда тебе дают определенные занятия, и ты эти задания, вернее, ты их делаешь, отсылаешь, получаешь комментарий. Надо сразу понимать, что это, ну, не стоит думать, что ты там за 1, 2, 3 дня, на которые тебе дается это задание, сможешь там из с нуля сделать конфетку прямо вот так, как ее задумано играть, да? Ты сыграешь так, как сможешь. Ты подашь, преподаватель тебе оценит и скажет: так, мол, вот так, вот здесь у тебя то-то, вот здесь обрати внимание на то-то. Дальше все подразумевает то, что ты дальше сам будешь все равно это повторять, тренировать и так далее. То есть какой-то будет циклизм в твоих занятиях, и все вот это будет крутиться. Вот. Это такая, вот как Николай говорит, это такой пинок под зад для тех, кто разленился. Вот я последние, наверное, пару-тройку месяцев, в силу ряда обстоятельств, я разленился, и для меня этот гитарный марафон был именно таким пинком под зад. Даже не пинком под зад, а просто таким легким импульсом, который меня столкнул на то, чтобы опять двигаться, опять тренировать руки, тренировать пальцы, а не только разучивать какие-то нравящиеся мне мелодии. Поэтому как бы я всем рекомендую, кто так или иначе, ну, держит гитару в руках, кто хочет, но по каким-то причинам стесняется или там комплексует, там неважно по каким причинам, заниматься с преподавателем. Марафон, ну, это, наверное, один из оптимальных вариантов для человека, который уже что-то как-то пальцы переставляет по грифу, медиатором более-менее владеет, и даже для начинающих. Не нужно комплексовать, приходите на этот марафон, играйте, и самое главное, что не комплексуйте, не стесняйтесь того, что вы сыграете хуже, чем кто-то из остальных участников, медленнее, чем кто-то и так далее. Здесь это абсолютно не важно. Это мое мнение. Как бы я считаю, что нужная вещь, всем рекомендую. Всем привет, это Василий, я участвую в гитарном марафоне. Советую всем участвовать до конца. Это очень здорово, круто, пальцы бегают. Всем рок-н-ролл и удачи. Ребята, привет. Насколько мне понравился марафон, минусов я не увидел, больше положительных отзывов. Что понравилось в целом? Хорошие уроки, чтобы развить скорость, для начинающего особенно, плюсе. Прикольно, что это происходит через WhatsApp. Можно общаться с участниками, переписываться, ну, задавать вопросы, всякое такое. Я что бы добавил? Ну, можно было бы табы Guitar Pro, но это для кого как. Так, все, пока. Всем здравствуйте, я Михаил Васильев. Прохожу гитарный марафон у замечательного преподавателя Николая Скалова. Скажу по секрету, я у него до этого занимался и много что понял. Ну, то есть появился над чем работать. К сожалению, из-за финансовых трудностей занятий пришлось прекратить. Но, в общем, появился марафон такой. Оповещение ВКонтакте пришло. Чем марафон полезен и почему я советую каждому гитаристу, любому, попробовать себя, свои силы в этом марафоне. Во-первых, вырабатывается привычка заниматься гитарой. То есть, как известно из некоторых источников, для выработки привычки необходимо 21 день подряд заниматься чем-то. То есть, там, в течение часа. Марафон это дает. То есть, сейчас уже, приходя, там, например, с работы, какой бы я ни был уставший, и плевать уже то, что там на задании выполнить сил нету, но руки сами тянутся к гитаре, то есть выработалась привычка. Отрабатываешь что-то, это первое. Второе, то, что начал записывать себя на видеокамеру, то есть смотришь видео и сам видишь свои косяки, то есть недочеты и ошибки. Плюс указывает на ошибки Николай.
Опять это же очень хорошо. И сам же опять по посадке смотришь, как что, не нравится там. Ну, много, в общем, из этого можно выцепить. Опять же, то, что задание на просто так, лишь бы сдать, не получится выполнить и записать, то есть отправить. Там придется переделывать. Вот такой еще нюанс. А так, пальчики бегать начали очень много. И то, что большой плюс огромный до этого, то есть сложно было... То есть, ну, разучить надо было какой-то пассаж, время необходимо было затратить. Сейчас, в принципе, за 5 минут я его разучиваю с косяками, со всеми, но я его играю в голове. То есть, практически начал читать с листа табулатуры. И где-то, ну, просто вот листок смотришь с заданием, там картинка, и снимаешь, читаешь с этого листа практически. Либо уже слух развивается до того, что смотришь видео с заданием и начинаешь подыгрывать. То есть уже слух запоминает то, что надо воспроизвести, стараешься это воспроизвести. Это тоже большой плюс. Раньше до этого -то не было. И самый большой плюс один – цена. То есть... Это очень дешево за месяц, там даже больше, наверное, занятий. Нет, за месяц можно, но там найти и дешевле, я не спорю. Но будут ли каждые 3 дня проверять ваши задания, указывать вам на ваши недочеты за эту стоимость, большой вопрос. Так что я советую вам поучаствовать. Привет, меня зовут Юрий. Я участник гитарного марафона от Николая. Вот, всем советую себя в этом попробовать, потому что это очень хорошая возможность прокачать свои пальцы, прокачать свои мозги. То есть Николай объясняет все довольно доступно, дает табы, дает видео обучающие. Поэтому марафон проходит в таких турах. То есть первый тур, второй тур, третий тур, ну и так далее. Вот. Поэтому, ну, попробуйте. Я думаю, никто не пожалеет. Ну, по крайней мере, я не пожалел. Поэтому всем удачи.